Привет, кинолюбителям! Мы находимся у меня в гостях. Шучу. Мы находимся на съемках сериала «Осель, друзья и подруги». Если вы не знаете, что это такое, объясняю. Ситком, молодежный сериал. Аналог французского «Элен и ребята». Предлагаю заглянуть туда и посмотреть, как они это делают. Отстань, давай лучше сыграем для девочки. Поехали. Эх, поехали, так поехали. Первый сериал в Казахстане, который в таком объеме показывает и раскрывает студенческую жизнь. Мы находимся в комнате девочек. Если вы заметили, здесь изображены наши дорогие парни. Здесь мы обычно обсуждаем всякие глупости девчачьи, плачем, истерим, да, швыряемся. В общем, то, что девочки делают, обычно мы здесь делаем. Это моя подруга, подруга Азиза. В жизни ее зовут как? Я забыла. Я, блин, сейчас как угом дам по башке. В жизни это Мадина. Со временем просто уже начинаешь разговаривать как свой персонаж. Привет, как дела? А сколько на твоей памяти было дублей, вот самый максимум? Ой, много было. 42. Но это, может, не у меня было, а в истории сериала. Но у нас за 30 точно где-то было. 32, вот так. 28 бывает. Кошмар. 28 дублей, одну сцену снимали. Да. Да. Отлично. Еще с подхватом бывает. Подхват снимаешь 28 дублей. Что такое подхват? Подхват – это когда все замерли, не двигаемся, да, сейчас это, будем продолжать. Сцена разбивается на куски. То есть пишем, идет запись, все хорошо, тут бац, кто-нибудь порит текст. Или по какой-то технической проблеме. Раз, и мы начинаем с того момента, где пошла запорка. Элен, j'ai mes joies, mes peines, elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver. Актеры, вот мы сегодня обсуждали, у них очень трудная работа. Вот, может быть, рабочие. Это очень трудная работа. Что вы смеетесь? Они очень выкладываются на площадке. Это очень затрачивает эмоционально и энергию всю вообще. И мы приходим домой выжатые, как лимон. И вот так вот сразу нам даже ничто неохота делать. Так что это очень трудная работа. Может быть, даже грузить мешки намного легче. Ты устаешь физически, а здесь ты устаешь эмоционально. Тебе даже приходишь, и ты даже не можешь поздороваться нормально. Посмотрите, сколько слов приходится нам учить. Это отвратительно, то, что ты играешь. Это... Все. Где смущение? Ей даже тяжело отыграть, потому что у нее нет смущения, которое ты должен произвести на нее. Вот честно, я не понимаю твоего отношения. Ты сидишь довольный, счастливый. Довольный? У меня Чингис, друг у меня живой. Я не про то, я про твое отношение к работе. А, ну да. А мне так нравятся творческие девушки. Я бы мог подержать твои кисточки, пока ты будешь творить. А, что, на сиськи смотрит? Эй, ай, стоп. Иди. Кстати, если вы не заметили, то модель в фиолетовом платье, она же моя коллега по площадке, знаменитая Сая Есмурзаева. Да. Очень опытная актриса. Ну да. Которая снималась и в «Перекрестке», и в «Саранче», и в «Осель, друзьях и подругах». В общем, молодец. Сериалы, они нужны людям, они очень важны, потому что они придают какую-то стабильность. Вот сами вспомните, приходите домой, и как приятно, что вот ты вечером включишь телевизор, и тебя ждет твой любимый сериал с понедельника по четверг, и просто душа отдыхает, правда же? Не могу. Ну, это ребята, это меня, я принес вам подарки на Новый год.
Это очень хорошие атмосферные сцены. Мы идем к финалу второго сезона. Ну, сделайте это классно. Такое прикольное помещение. Это экстерьер, типа улица. Да, только зимой и летом все здесь одним цветом. Мальчики репетируют. Пацаны, вы текст знаете? Ну, нет. Так. Нет. Так, как всегда. Скажите, я никогда не спрашивала, как расшифровывается ПТС? Передвижная телевизионная станция. А что здесь происходит? А вот зайди. Это обыкновенно, вот смотри. С камер приходит, вот 4 камеры у нас. Вот 4 контрольные, видишь? 4 монитора. 4 монитора, каждую камеру режиссер видит. У нас почему скорость такая дурная? В день серия, потому что заранее идет подготовка. Это английская система вот этой съемки. И вот она в 95-м, когда перекресток. То же самое, перекресток обучали наших англичан, 50 человек приехало. А сейчас, то есть другие вот отечественные сериалы, они также снимают? А кто как, но мы работаем чисто по той системе. Потому что это самая эффективная скоростная система, многосерийки снимать. Быстрее нет. Все, а здесь сидит вот звукорежиссер. У него звуковой пульт, и он звук полностью формирует. Я вчера сидела в куртке, оказывается, во время записи. Это был такой шок, когда мне сказали, Аржан, запись вообще-то. Я не знала. Ангелина, у нас Аржан в куртке сидит. И как будто бы это в порядке вещей, но мы снимаем, продолжаем. Да здравствуй. Да здравствуй. Наш стеснительный художник по костюмам Лариса. Оно все закупалось еще год назад. Это было очень... в самых брендовых магазинах рекламу не будем делать. Балашак, Елянина. Я не буду называть, но вы сейчас меня просто оскорбили, Самсон. Здесь моя полочка, здесь висит вся моя летняя только одежда, прошу заметить. Очень важно это расписание актеров. Здесь вы видите, что я приезжаю каждый день к 8:30. То есть встаю я где-то в 6. Просто Асель – это такое имя, которое, в общем-то, крутится в голове у каждого человека. Нашего человека, я имею в виду. Вот, и я думаю, что только имя нарицательное, наверное, поэтому Асель, друзья и подруги. Следующая сцена давай, под номером! Год съемок, 140 серий, миллионы потраченных нервных клеток и миллиарды просто чудесных воспоминаний. Второй сезон позади, будем надеяться, что третий будет не за горами.